Всем привет! Сегодня у нас 13 октября 2019 года. Хочу показать сигнальное подношение такого сорта, как Ruby Crunch. Плоды вот такой имеет вид. Очень крупные, красивые. Вес, наверное, как у Тучисана. Думаю, что нужно срывать их уже, потому что было 3 дня заморозков до минус 3. Ну, в принципе, они неплохо перенесли. Заморозки, смотрю, не повредились. Так же само, как и слива Анжелена. Так же само. Погода позволяет собирать плоды. Сорт ценится за то, что он очень поздний, крупный. Должен быть вкусный. Но вот я данные плоды разрезал, попробовал. То на данный момент ему... У него техническая спелость, как у Анжелена. Вот какие плоды. Можно видеть красивые. То есть ему нужно долеживание. По-любому этому сорту. Такие вот плоды. Вот в разрезе какая у него мякоть. В руке показываю. На данный момент в период съема. И покажу, какая мякоть будет, когда он полежит. Не знаю, сколько он будет лежать. Но думаю... Около месяца должен, по описанию, этот сорт хранится в обычных условиях. Сейчас оборвем. Сигналок немного, тут штучек 30. Оборвем, посмотрим. Сорт нуждается в обработке от гнили, потому что может подгнивать. В этом году у меня сгнило, наверное, штучек. Это штучек, наверное, до 10 этого сорта. Сорт поздний. Ну, все поздние сорта, я понимаю, что нужно обрабатывать от гнили, потому что они потом начинается сырость, осень, начинают они подгнивать. То есть так же самое, как и Байрон Голд, и Тучисан, и Анжелена тоже частично начинают подгнивать. Не сильно, но чуть-чуть есть. Вот какие шикарные плодяки висят. Цвет красивый у них. Крупные, красивые, я думаю, транспортабельные. Оборвем, продегустируем. На данный момент, конечно, дегустировать их не буду. Нужно им полежать чуть-чуть. Опа. Плоды шикарные. Новейший сорт в Украине. Я, наверное, первый его показываю. Рассказываю за него. Но все равно первые сигналки много не расскажешь. Нужны годы, как минимум 5 лет плодоношения данного сорта, чтобы рассказать более детально за его плюсы, минусы. То есть, чтобы о чем-то можно было говорить. Потому что там, где мы его брали, он другой климат. С Италии сорт. Другой климат там. Совершенно по-другому он себя показывает. Не так, как у нас в Украине. Думаю, в следующем году будет полное шикарное плодоношение, как в этом году на Тучисане. Деревцо окрепло, уже хорошее. Хотя, как посадил, оно очень плохо росло. Вот можно видеть, висят. И вон там тоже. Плоды классные. Солнце заслепляет, елки-палки. Так, ладно, оборву, потом уже буду дегустировать и более детально рассказывать. Сегодня у нас 1 ноября 2019 года. Вот такой небольшой сигнальный урожай собрал я с диплоидной сливы Ruby Crunch. Сейчас посмотрим, какой у этого сорта вес. Плоды крупные, вот я плоды натертые, вот так вот выглядят красиво. Вот такой имеет вид сорт Ruby Crunch. Сейчас посмотрим вес. грамм. Отлично. Это самые крупные плоды. Буду ложить. 127 грамм. 132 грамма. Вот плод, его натираешь, и он становится вот такой вот блестящий.
Очень эффектный. 123. Ну, вес неплохой, сигнальных плодов, конечно. 131. Тоже поздний сорт. Вот он долежал до 1 декабря, декабря, до 1 ноября. Отлично. 118 грамм. Вот не обтертый плод. Вот только начинаешь натирать. Сейчас потру. Вот так он начинает блестеть. 122 грамма. То есть вот такие вот красавцы. Реально красавцы. Обязательно ставьте лайк под этим видео. Это помогает моему каналу продвигаться, стимулирует меня на показ новых интересных видео. Сейчас разрежем, посмотрим, какой у этого сорта цвет мякоти и какой у него вкус. Сейчас положу, красавцы, конечно. Давайте вот разрежем. Такой, слышно, хрустит. Такая вот мякоть у него. Видно, сочная. Очень красивая. Сейчас парочку разрежу. Потом уже продегустирую. Вообще шикарная мякоть. Очень красивая. Такая вот. Так, давайте попробуем. Посмотрим, он интересно, сок есть. Не твердая. Видно, что мякоть сочная, но а то не льется. Вот я надавлю, не льется. Попробую вкус. Мякоть хрустящая, сочная такая. Мармеладного такой консистенции, такой твердого мармелада. Кисло-сладкая. Такая хрумтящая. Хорошего вкуса. Вообще класс. Попробуем эту. Блин, холодно, аж зубы сводит. В подвале сейчас 3 тепла. Короче говоря, очень крутой поздний сорт. Советую всем. Есть черенки на продажу. В большом количестве, в принципе. Кого заинтересовал данный сорт, можете обращаться, звонить. И сейчас покажу, рядышком положу сорт диплоидной сливы Анжелена. Просто для сравнения. Вот Руби Кранч и Анжелена. Так, вот это рядышком положил я сорт Анжелена. Очень поздняя слива, наверное, самая поздняя, самая дольше хранится из всех сортов. Руби Кранч, по крайней мере, я уже очень хотел попробовать, решил доснять это видео и показать. Сколько он будет храниться, не знаю, будем смотреть, наблюдать. Знаю точно, что Анжелена хранится до Рождества Христова, то есть до Нового года вообще спокойно, в обычных условиях. Давайте сейчас разрежем Анжелена еще, положим. Такая вот мякоть у нее сейчас, хотя она позже станет еще. Она будет похожа, как у Руби Кранча. Вот так вот. Попробуем ее сейчас тоже на вкус. Вот такая мякоть в данный момент у Анжелена. Вот такая вот. Плоды тоже, если натереть. Вот смотрите, вот такой вот плод. Я сейчас натру, будет черный. А в штаны. А если слышно, тру. Вот такой вот черный-черный плод. То есть натираются они тоже очень красивые. То есть у Руби Кранча такой цвет, такой буряковый какой-то. А у Анжелена при натирке он становится черный. Так, давайте сейчас попробуем на вкус Анжелена еще. Интересно. Тоже сочная, сладкая. Вкусная слива. На эту пору просто класс. Реально класс.
Всем советую этот сорт. И Анжелена, и Руби Кранч. Покупайте, сажайте. Я думаю, вы не пожалеете. То есть реально на ноябрь, декабрь месяц покушать сливок вкусных со своего подвала, своих же сливок, не с магазина. Но это круто, согласитесь. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.